Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировским детям запретили продавать энергетики и зажигалки. За это проголосовали депутаты УЗС накануне. Также теперь несовершеннолетним нельзя продавать лакокрасочные изделия и бензин. Так парламентарии рассчитывают защитить детей от токсикомании. Топливо смогут покупать только подростки в 16 лет при наличии водительского удостоверения при непосредственной заправке транспорта. Штрафы за нарушение запрета составят от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч. На юридических. Программа «Экономика». Управляющая компания Ленинского района не платила зарплаты 160 сотрудникам. Прокуратура района провела проверку в коммунальной компании. За январь она задолжала работникам 7,5 миллионов рублей. Гендиректору внесли представление. Кроме того, возбуждено административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого долг был погашен, сообщает прокуратура Кировской области. Отмечу, что УК Ленинского района в ближайшее время лишится лицензии. Все дома она должна будет передать другим компаниям. Она сейчас находится в процедуре банкротства. Экономика на 101 FM. 90% выручки «Вятавтодора» – госконтракты. Об этом и говорится в отчете о работе компании, который представили членам комитета УЗС по промышленности. В 2020 году выручка «Вятавтодора» составила 5 миллиардов 200 миллионов рублей. За год она выросла на 15%. Госконтракты на содержание и ремонт автодорог принесли 4 миллиарда 700 миллионов. Предприятие отремонтировало и построило 218 километров дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» более 64 километров. Отмечу, что с этого года «Вятавтодор» также занимается сбором и транспортировкой мусора и участвует в строительстве мусорного полигона. Налогов областное предприятие заплатило 314 миллионов рублей, на территории региона осталась треть суммы. Экономика. Завершение в валютах на сегодня. Доллар 73 рубля 78 копеек. Официальный евро 88.87. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.